И всем привет! Давненько я не снимал видео, но сегодня будет коротенький видосик, скорее технического плана. Вот. Я до этого немного разговаривал о новой системе, так вот, собственно, продукт этой новой системы. Единицы описываются, во-первых, быстро, а во-вторых, что они могут. Вот. У единицы теперь есть возможность красиво поворачиваться анимационно. Бегать в разных скоростях. В принципе, можно поддерживать сколько угодно скоростей под любую скорость движения. Ну и анимации, соответственно, тоже. И описывается это все довольно-таки быстро и просто. Вот, эти единицы специально пока еще не одарены ни эффектом, ни оружием, просто для демонстрации. Вот. Описание заставило, ну, потратил я где-то около часа. Всякие дополнительные функции включил. Плюс они, в принципе, полностью уже по системе урона настроены. Вот. Как видим, никаких глюков у системы нет, никаких багов тоже. Она использует трекинг и вычисляет ошибки анимаций. Если таковые имеются, она их тут же исправляет. Вот. Хотел поставить вот тот эффект огня, который иногда возникает на ошибки, но по большей части у меня ошибок просто практически нет. Они появляются только при больших лагах. Поэтому вот так красиво теперь ходит единица. И поворачивается все как надо, когда вправо анимация правого поворота, когда влево, соответственно, анимация левого поворота. Вот. Все выглядит четко, понятно. Единица действительно ходит. Воспроизводит всякие разные анимации айдолов бесперебойно. Рандомит их и так далее. Все стыки находит, подключает. Как видите, все выглядит красиво, без всяких там лютых лагов и передергиваний. Ну, как это делают многие. Вот. Просто рандомят через одно и то же время всякие разные анимации. Они там по 10 раз друг на друга накладываются, и в итоге у тебя единица что-то без... Ну, я не буду говорить слово, но... В общем, ее что-то варп-личность какая-то вселяется, и она начинает двоиться, троиться или еще что-то такое вытворять. Вот. Поэтому смотрим на эту красотищу. Давайте возьмем, что ли, обгоним кого-нибудь, заодно увидим разницу в анимации. Так что вот такие модельки теперь настраиваются буквально на раз-два. Кто-то он через анимацию разворачивался, кто-то так оббежал. Ну, как видите, никаких глюков, никаких багов, лагов, сколько вы их, в принципе, не наставите. Вот, не будет. Потому что у меня трансляция, и тут еще куча юнитов тоже на всяких айдл анимациях и на прочей дресне работают. Вот. Тоже. Взял азатовских тиранитов, немного их описал получше, но я их все равно буду менять. Так как в них многого не хватает. Ну что, всем спасибо за просмотр, следите за новостями. Пока!